борьба была. Традиционно, я бы сказал, да, без неожиданности в отношении стиля. А у нас тем временем последний финал дня. Михаил Мохнаткин, известнейший боец из России. Красная куртка, Теодорас Актуолис, Литва. Ну, здесь фаворит понятен, это Мохнаткин. Впрочем, посмотрим. Мохнаткин и на чемпионате мира один из лучших. Прекрасный ударник. Собственно говоря, просто выйти против него в бою на ковер, это уже нужно обладать с определенным мужеством. Высокий, сухой, длиннорукий. Очень быстрые руки, крепко. Вообще, надо сказать, что в российском боевом самбо бьющие ребята в тяжелых весах. Умеющие бросать, но имеющие. Попал правый джеб. И в боевом разделе самбо тоже, если грамотно проводить встречу, да, просто вот такой высокий, может, тактически не подпускать. Задача ростом поменьше спортсменам с ударами выйти на короткую дистанцию и перейти уже в борьбу, да? Ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать о том, что в правосторонней стойке работает Мохнаткин, он левша, а это тоже накладывает свои сложности. Против левши есть своя тактика работы. Вы знаете, зашагивать. Для сильного спортсмена абсолютно все равно, в какой стойке стоит. В низкой, высокой, в левой, правосторонней стойке стоит. Вот он сейчас просто серию выдал и попал. Ну, у нас тут как раз-то и получается, что правосторонние стойки Мохнаткин. Но, впрочем, Натику Багирову, чемпиону Азербайджана по боксу на легчайшем весе, я думаю, конечно, виднее гораздо. А вы что, не знали? Нет, спасибо, вот вы сказали. Вот опять-таки, прошел. А вот броски, да, то есть, в общем-то, подготовить себе почву для таких движений. Прошел в корпус спортсмен, да, из Литвы и сразу контратаковал броском через бедро. Нокдаун и бросок, и, соответственно, 8-0. Здесь, в принципе, ну, как я уже говорил, Михаил Мохнаткин – это явный фаворит данной весовой категории. Это, в принципе, и в мире, в общем-то, да, нет ничего удивительного. Мохнаткин – обладатель золотой медали. Он очень известный боец по ММА, по микс-файту. Ну, тот, кто интересуется этими видами единоборств, смешанным стилем, должен знать все имя. И то, что он выиграл так легко у литовца Теодораса Актуолиса, нет ничего удивительного. Фаворит доказал свой статус, лучший на континенте. Михаил Мохнаткин, Россия, со счетом 8-0. Заявное преимущество, расписаться в вашем автограф. Ну и вот смотрим, как в нокдаун отправил. Обмен ударами, это явно было не то, что нужно было Теодорасу делать. Сразу же нокдаун, 4 балла, ну а после уже уход. Проход в корпус и, да, сразу, и сразу контрприем. Причем, в принципе, здесь еще Теодорасу повезло, потому что он так не очень подготовленно уходил в корпус. Нарваться на встречный коленом можно было бы очень легко.